Всем привет, чуваки, с вами я, PandaFX, и нет времени объяснять. Выходит тот с команда BBV, а это значит, что настало время вливать дохерища денег в эту игру. 1xBet – надежный букмекер. Делайте ставки на спорт по самым высоким коэффициентам и зарабатывайте больше. Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xBet прямо сейчас. 2, 1, смотрим, что же за паки нам приготовили EA Sports. Давайте, включаем и смотрим. Паки по 100 тысяч. Первый пак и... Серьезно, волкаут? О боже, первый пак за 100 тысяч. Боже мой, я даже смотреть не хочу, ни херашеньки здесь нет. Итак, пацаны, второй пак за 100 тысяч. Второй пак за... Опять волкаута нет. Вы что, угораете? Что? Вы что, угораете? Маленькие звезды? Блять, это пиздец. Третий волкаута нет, что? Что это такое? Блять, у меня еще реально гореть начнет. Три пака без волкаута. Итак, пацаны, котяра, пожалуйста. Пожалуйста, котяра, принеси мне удачу, я тебя очень прошу. Котяра, паки по 100 тысяч, это я ждал все это время? Ни одного уолкаута, столько паков по 100 тысяч? Вы серьезно? Просто охуеть, нахуя ты мне нужен, Маутиньо? Последний пак, я не смотрю, заебись. Опять без уолкаута. Ладно, будем играть по вашим правилам. Еще 12 тысяч фифа-поинтов. Еще 12 тысяч фапу. Опять без локаута? Да что это такое? Я просто не понимаю. Это что за проклятие? Первый локаут. Охуеть, первый локаут. Неужели? Просто идите нахуй, блядь. Это локаут и это какой-то бомж, блядь. Охуеть. Два локаута подряд. То нет локаутов, то два подряд. Пожалуйста, тотс. Бля, Франция, вы серьезно? Блять, вы серьезно, Люрис? О мой бог, какая же санина, блять. Два информа. Я не успокоюсь, пока не поймаю одного хотя бы тотса, серьезно. Этот покопинг будет бесконечным, пока не поймаю одного тотса хотя бы. Давайте, едем дальше. 2000 фапоинтов, скипаем, волкаута нет, меня это не интересует. Мюллер 87. Спасибо, братан, ты мне не нужен. Варан 84, ты мне тоже нахер не нужен. Вы все мне нахер не нужны. Футболка Реала, помоги мне. Помоги мне вытащить Криштиану Роналду. Футболка Реала. Плиз. Иди в пизду, бля, футболка Реала. Прям хочется что-то разъебать. Серьезно, пацаны, у меня никогда не было такого желания что-нибудь взять и просто нахуй разъебать. Опять без волкаута. Охуеть. Сейчас я задоначу еще 12 тысяч фапоинтов. Я не сошел с ума. Около 20 тысяч рублей я уже потратил на эту игру. Охуенно. Колдуны говорят об этом как о покупке картошки. Да ёб твою мать, да что я сделал не так? В чем я, блядь, провинился? Я не знаю, что уже делать, как? Вы посмотрите на это. Что это, блядь, такое? Ладно, играем по вашим правилам. Продолжаем это мероприятие. Пацаны, я серьезно, я не знаю, как это комментировать. Что, блядь, происходит? Я просто отказываюсь в это верить. Я просто отказываюсь в это верить. Еще 6 паков, Андрюша, еще 6 паков. Еще 6 паков. Опять нет! Что это такое, блядь, чуваки? Я не верю в это. Да не может быть такого. Не может быть такого, блядь. Я в ахуе, я просто в ахуе. В тотальном ахуе. Последний пак. Так хочется что-то разъебать сейчас, пацаны. Как же мне сейчас хочется. Я думаю, блять, все в ахуе, кто сейчас смотрит это видео. Потому что... Я не знаю, что нужно сделать, чтобы вот настолько не везло, как мне. Я не знаю в теории, что нужно сделать, чтобы вот быть настолько неудачником, насколько сейчас я. Последний пак. И это у нас тотс. Кто же это может быть? Бразилец. Казимиро, да? Да, Казимиро. Я хотел Казимира. Окей, хорошо.
93 рейтинг, последний пак. Но, блядь, сколько же я потратил? 20 тысяч рублей. 1 975 800. Что, блядь, 770? 770, пацаны, быстренько продаем его за 710, давайте, блядь. Я не знаю, купят или нет, давайте 690 даже сделаю. Ой, блин, 700 тысяч монет, пацаны. Немножко отлегло, немножко отлегло. Все-таки хэппи-энд существует, блядь. Господи, как я рад. Спасибо, пацаны, что посмотрели это видео. С вами был я, PandaFX. Попрошу вас, опять же, поставить лайк. Слил дохуищий денег. Ну, типа, хочется, чтобы видос окупился хотя бы лайками. С вами был я, PandaFX. Люблю вас. Всем пока. Где мой геймпад, который пострадал?